Да, хозяйка так приучила кошаков, что они могут сидеть вот так. Они пришли смотреть, я тут обед делаю, а эти кошаки мне здесь пришли помогать. Вот так смотрят, наблюдают, что я тут делаю. И вообще, как меня видят, так что-то вкусняшки хотят. Кто хочет вкусняшки? Кисюни. Мия. Мия. Хочешь вкусняшку? Да. Народ сытый. Ну, наблюдайте, наблюдайте. Videos this morning, they were very much talking about how dire the situation this was, trying to get people here to the site so that they could get as many hands on deck. Use these words in the order they appear in the Miranda warning. Miranda warning, let's see. Silent right remain. You have, you have the right to remain silent. So I'm going to go with right, remain, and silent. Lock it in. Correct. Split three ways. That was just nice. Everybody gets $2,000. So the relative scores stay the same. Thing is the category. And that sound means time. She'd be running a bit short. I'm going to step in here and give the wheel a final spin. Then I'll ask you to give me a letter. It's in the puzzle of that 3 seconds of power. Vowel for nothing. Consonant for 1,000. It'll be worth $1,600 a piece. Again, it's a thing. And. Эту кошечку хозяйка назвала Белой. Вот 8 часов вечера, был ужин, были всякие вкусняшки, очень-очень-очень вкусные, и они только этого и ждут. И вот у этой кошечки, у этой Беллы, вечерний променад. Вот так она сидит и смотрит в окошко. И это происходит каждый день в одно и то же время. Не знаю, что она там увидела, что у нее там такое. Ну вот она здесь сидит, вот каждый день после ужина у нее вот такой вот променад. Смотрение в окошко. Сидит и балдеет. Жить. Тут мне решила посторожить туалет свой. Ну, затеяли. Вот так. Борьба. Все? Поборолись? Мичка, ты что, заняла ночной наблюдательный пункт? Да? Ты уже готова утром будить меня? Мия, ты готова утром будить меня? Хорошо. Мия, Мия, у тебя наблюдательный пункт? Ты меня будешь будить? Ты наблюдаешь, что я делаю? Ну хорошо. Ты приготовилась будить меня утром?
Мия, приготовилась будить? Все, молодец. Все, готово. Все, Мия готова. А это наблюдательный пункт у Белюши. Белюшечка, ты тоже наблюдаешь? Ты готова? Будильники утренние у меня. Ты готова меня будить? Расскажи, ты готова будить? Блюш. Чего ты там? Чего ты задумалась? Будешь будить? Ну, я посмотрю. Ты готова? Ты приготовилась? Ну, давай, посмотрим. Подглядывает. Нет, там никто не сидит. Наступает у нас мертвый час. Тихо. Утром после еды наступает мертвый час. Народ лежит паровозиком, получает удовольствие. Сложная мысль стоит перед Белушей и кусочком рыбы. Скушать или не скушать? Ой, как сложно все. Надо еще подумать. Не, не захотелось. Может, еще вернется? Так и останется кусочек рыбы несъеденным Белушей. Красавец. Это, наверное, он. Я не знаю, не разбираюсь, но как-то такая краса. Да, такие зеленые игуаны у нас. Он такой большой. Вау, такой длинный хвост. Совершенно опс. Эти сплошные кости у нас сегодня. Ой, какая красавица. Или красавец. Как это здорово. Какая же красота. Дружок у нас появился, прилетел к нам в гости. Вот еду ему дали, вот еду, водичку, это. И поет, разбудил нас всех в 6 часов. Какой-то гость наш. Вот еще один наш приятель, который здесь вот гуляет. И они переговариваются с нашим петухом. Наконец-то я увидел, вот он. Большой такой. Два гулёны. Один петух и другой петух. Но этого голос более такой сухой, незвонкий. Где он тут спрятался? Угу. Вот он тут в лесочке. У этого глухой голос у нашего звонки. Ч
большую порцию. Вот отбирают у белки. Отбирают у белки. Ha ha ha.